процесс дезинфекции инструментов. У меня здесь кусачки и фрезы. Мне понадобится дезраствор мультидез, чистая вода в объеме 500 мл и шприц. По инструкции для механизированной обработки инструментов, имеющих замковые части, а у меня там как раз таки кусачки находятся, мне понадобится 10 мл дезраствора. То есть я 10 мл воды убрала и 10 мл дезраствора добавила. Далее мы все переливаем в ультразвуковую мойку. Время выдержки у нас будет 15 минут. Но у меня тут таймер есть на 3, 5 и 10 минут, поэтому мне потом приходится после 10 минут еще продлевать на 5. Далее я выливаю дезраствор из ультразвуковой мойки, потому что он используется однократно, многократно можно использовать только в боксах. Промываю сначала в проточной воде, а потом наполняю чистой водой ультразвуковую мойку и ставлю еще на 3-5 минут промываться. А далее все сушу.